Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика. Сегодня такое отдыхающее видео, девчонки. Это наша с подругой фотосессия еще с отпуска. Вот, был один дождливый день, поэтому я и видео назову так. Дождливая фотосессия. В общем, к морю мы не могли идти, ну и устроили себе вот такое вот развлечение, вот такое вот. Фотографировали, снимали немножечко. В это время шел дождь. В конце видео я вам покажу. Болтать я не буду. Я сейчас включу музычку, и вы просто насладитесь. Возможно, вы вспомните какие-то мастер-классы или изделия. Возможно, я вам припомню. Все эти мастер-классы есть у меня на канале. То есть под видео я обязательно оставлю ссылочку на эти все мастер-классы. Так что вдруг у вас возникнет желание что-то воспроизвести, какую-то модель из этих представленных, то вы найдете по ссылочке в описании, девчонки. А сейчас просто наслаждайтесь.